Друзья, всем привет, доброго дня. Сегодня у нас жара просто невыносимая. Я бегу на море в надежде, что сегодня все-таки не будет шторма. И я покупаюсь, полежу на солнышке. В общем, идем на море. Это последнее время полюбил вот этой дорогой ходить. Здесь, кажется, быстрее дальше. Ну, уже за набережную выходишь меньше. По крайней мере, людей. Ну, быстрее получается. Ну, и быстрее дойти там, под деревьями в тени. Экскурсии. Что-то в этом году у нас очень сильная жара, духота. Я не помню, когда такое было. Обычно уже в такое время, конец августа, уже более или менее прохладнее становится. Ну, еще жарко, но попрохладнее. Это жара за тридцатку. Тяжело. Здесь вот хорошо в тени под деревьями идешь. Вот красота. Да и быстрее здесь получается. Здесь я смотрел, буквально 3 минуты мне идти, а через рыночек 5 минут. Ну, быстрее намного. Хотя и так близко, но так проще, быстрее. Сейчас вот тоже железка будет, и за ней море. Так, вот я и на пляже. Сейчас час дня. Люди все поразошлись на обед, но самая жара. Ну, наоборот, это плюс, можно спокойненько покупаться, позагорать. Сейчас туда за волнорезы отойду. Там еще будет меньше людей. Вчера был шторм. Сегодня уже море спокойное, но чуть-чуть мутноватое, вот. Можно видеть возле берега, ну туда за волнорезы нормально. Вот, вдалеке строится апартаментный комплекс, что я говорил, сеткой затянуто. И там тоже прикольный пляж, и подальше отходишь, там вообще широкий-широкий получается. А туда дальше, если идти в сторону Хобзе, там уже начинаются эти, ну, с палатками приезжают, как они, ван лайф, и как кемпинги. Ну, с палатками люди приезжают, все лето живут там, уезжают, новые приезжают, палаточники, в общем. Это туда дальше вот будет. Такой запах моря, приятно. Шум и запах такой соленый морской. Сейчас найду, где вниз спуститься.
Все нормально. Покупаюсь. Дорожка идет. Она с железкой. Можно вдоль пляжа ходить. Сейчас ближе к вечеру здесь вообще сесть негде будет. Все приходят на море. Так же и с утра. Кто-то говорил, что утром, практически каждое утро дельфины приплывают. Утром вообще нет времени сходить, посмотреть. Здесь уже такая широкая площадка идет, нормально, комфортно идти. Сейчас где-то здесь, наверное, спущусь. Здесь как-то надо. Это он так, с такой палаткой пришел, ну явно на целый день. А море здесь вообще. Так, здесь будем располагаться, отдыхать, загорать и купаться. Так, там не горячий, тапки снял. Просто огненные. Красота. Прям кайф какой-то, такая вода, прям супер. Чуть-чуть в меру прохладненькая, прям бодрит, супер кайфово. Вообще аж выладить не хочется, но по-быстрому эти палки взять, чуть посижу и еще пойду. Ну что, друзья, все. Вдоволь накупался, полежал, позагорал. Время просто пролетело очень быстро. Надо так почаще приходить на море. На самом деле это просто кайфово. Когда живешь здесь на море, и ходишь.
заряд энергии. Идем домой.